совместно с магазином «Сулпак» разыгрывают 10 миллионов тенге. Но, конечно же, не один человек сразу получает 10 миллионов тенге, а один человек имеет возможность получить 1 миллион тенге. Как это сделать, вопрос задаете вы. Вот особенно вы, прям в глазах видно вопрос такой. Ваша задача купить в кредит товар от магазина «Сулпак» на сумму кредита не менее 50 тысяч тенге, и ваш номер кредита автоматически становится участником, как говорится, такого замечательного приза, как 1 миллион тенге. Мне нужен доброволец, человек, который хотя бы, у которого есть 2-3 минуты. Здравствуйте. Спасибо, маэстро. Представьтесь, пожалуйста, ваше имя и фамилия для того, чтобы нотариус записал сразу. Тимирбулатов Рахат. Тимирбулатов Рахат. Запишите, пожалуйста, Тимирбулатов Рахат. Рахат, подтвердите тот факт, что вы не являетесь сотрудником «Сулпак». Нет, я не являюсь сотрудником «Сулпак». Хорошо, а говорите так, как будто являетесь. Подтвердите еще тот факт, что вы не являетесь сотрудником, членом компании «Евразийский банк». Им не являетесь. И ваша основная задача, не подглядывая, закрытыми глазами, достать оттуда первый купон, после чего еще два. Вам все понятно? Итак, тишина. Отвернитесь. Доставайте любой из купонов. Вы знаете, вы вообще счастливый человек. Именно вы, возможно, подарите этому человеку, если он, конечно, в течение 5 календарных дней ответит нам на телефонный звонок, подарите миллион тенге. Представляете, Рахат? Возможно, он подарит вам подарок, возможно, и нет. Итак, внимание! Миллион тенге в беспрецедентной акции от Евразийского банка и магазина «Сулпак». Победителем становится... Интрига. Байгазина Анар Рысбаевна! Давайте ей поаплодируем, друзья! Алло. Да, здравствуйте. Анара? Да. Анара, здравствуйте, меня зовут Адам. Да. Вы знаете, я очень рад слышать ваш голос, и через буквально 2 минуты вы тоже будете рады слышать мой голос, Анара. Да. Анара, вы скажите, вам на русском удобно или на казахском удобно? Говорите. Говорите на русском. На русском, хорошо? Да. Я вас слышу. Анара, вы знаете, я с удовольствием сообщаю, что вы становитесь победителем 1 миллиона тенге от Евразийского банка и магазина «Сулпак». Я вас поздравляю! Серьезно, что ли? Только вы не кладите трубочку, я еще раз поздравляю вас. И эти аплодисменты мы дарим вам. Нет, Анара, 1 миллион тенге, верьте своему счастью, с Евразийским банком мечты сбываются. Видите как? 1 миллион тенге у вас в кармане. Так, нет, это так прям даже не верится. Анара, скажите, что вы чувствуете? Все вас слушают сейчас, наши сотрудники, гости, супруги. Ой, я даже не знаю, я даже не верю, что мне честно сказать. Папа это хочет? Ну, Анара, поверьте, пожалуйста. Вы замужем, Анара, у меня такой вопрос. Да, замужем. Все, сразу звоните мужу, обрадуйте его, пусть сегодня с работы пораньше уйдет, месяц хотя бы можно не работать. Но это я еще сама на работе задерживаюсь. Ну, конечно, Анара, искренне поздравляю, все, передаю трубку нашему администратору, чье имя звучит как Мадина, она вам объяснит, как и откуда забрать свой приз. Я вас поздравляю еще раз, пока-пока, пожалуйста. Сотрудником Евразийского банка или «Сулпака» вы не являетесь? Нет. Можно вас пригласить на сцену, пожалуйста? Назовите вашу фамилию и имя для протокола. Я вам объясню, что будет происходить. Жарболова Элеонора Аскарова. Жарболова Элеонора Аскарова. Элеонора, смотрите, Евразийский банк совместно с «Сулпак-магазином» проводит беспрецедентную акцию, которая называется «Выиграй 1 миллион из 10». Мы только что передали Анаре Рысбаевне 1 миллион тенге. Возможно, если она возьмет трубку. Теперь мы разыграем 2 миллион. И вы являетесь человеком, не радуйтесь, который не получает миллион, да? Вы понимаете, а человеком, который с удовольствием кому-то достанет этот миллион. В связи с этим, Элеонора, помогите нам, пожалуйста. Я вас убедительно прошу, с большим удовольствием прокручиваю лототрон. Закрытыми глазами достаньте нам первый купон. И именно этот первый купон является победным купоном. Можно закрытыми, можно открытыми, но смотрите в другую сторону. Так, внимание. Бьется сердце. И биться сердце перестало. Николай Александрович? Да.
Да, здравствуйте, меня зовут Адам. Вы брали кредит в Евразийском банке на сумму 50 тысяч тенге, верно? Да. Я вас поздравляю, ваш купон, ваш номер стал победителем, и вы получаете 1 000 000 тенге от Евразийского банка. Браво! Спасибо. Николай Александрович, у вас такая эмоция, как будто вы 2 миллиона должны. Что такое? Нет, все хорошо. Вы рады? А куда можно обратиться? Ну вы рады? Да, очень. 1 000 000 тенге, представляете, у вас в кармане. Господи, да. Расскажите эмоции. Да, очень. Господи, куда вы потратите 1 000 000? Ладно, не отвечайте, это провокационный вопрос. Николай Александрович, я сейчас передаю трубочку нашему менеджеру, который объяснит, точнее, перезвонит наш менеджер и объяснит, откуда и как забрать свой выигрыш. Договорились? Да, большое спасибо. Я вас еще раз поздравляю, Евразийский банк вас любит так же, как вы, Евразийский банк. Спасибо. Спасибо большое. До свидания, до свидания. Итак, желаю удачи всем, увидимся на следующей неделе, ровно через 7 дней, именно здесь, в магазине «Сулпак», Евразийский банк. Мы вас любим.